13 июня первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и первая леди Турции Эмине Эрдоган посетили Ичари-Шехер, считающийся одним из памятников всемирного культурного наследия в Баку. Гости начали прогулку со знакомства с Девичьей башней, историко-архитектурным памятником мирового значения. Первой леди Турецкой Республики была предоставлена подробная информация об истории этого древнего памятника. Затем гости были проинформированы о государственном историко-архитектурном заповеднике Ичари-Шехер, включенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО и проводимых здесь ремонтно-реставрационных работах и благоустройстве.